Привет, народ! Сегодня как раз тот самый день, когда хочется сказать, знаете что? Василич, с днем рождения тебя, дружище! Слушай, ну, пожелать тебе хочу здоровья, счастья, бабла, кучу целую прям, чтобы у тебя было. Чтобы родные не болели, а если болели, то прям, ну, вот быстро выздоравливали. Вот, и пожелать, чтобы твой вот этот вот огонь, задор, позитив никогда не заканчивался, и ты дарил его с экрана нам. С днем рождения, дружище. Кстати, ребят, когда вы это видите, мы находимся очень далеко от нашего дома. Мы сейчас на плато Путорана. Как сказать, немногие здесь побывали, на этом безлюдном, диком месте. А еще меньше людей отпраздновали тут день рождения свой. Вот Василич один из тех счастливчиков, который отмечает свое 40-летие в этом безлюдном, диком месте. Это еще добавляет этому событию такую серьезность, важность, такой прям вот такого вот генеральского лоска, я бы сказал. Ребят, ну и вы тоже присоединяйтесь к поздравлениям. Все-таки такое событие. Всем пока!